There's a feeling made of power with us, I can see it all. Cameras to capture your image in City Hall. Realize they listen whenever you make a call. If you want a revolution, I'll really give it to y'all. Strength is the army that bands against bands of dead presidents, determining life of mankind. Of cancerous, how we breathe vapors, grief got us blinking in streets like cheap paper. Сегодня будем обозревать вот такие вот динамики, новиночка от компании Dell Audio Griffon Pro 200 SE. SE — это вот такой логотипчик, означающий что у нас? Что они имеют на колпачке разноцветную подсветку. Это вот как бы тема такая, вроде только у Dell, больше ни у каких компаний я не видел. У них есть, кстати, сабвуферы такого плана. Короче, все, кто идут с маркировочки SE, они считаются вот как раз подсветочкой. А сейчас я бы хотел заострить внимание вот на этот штрих-код и как бы сравнить сразу же такую штучку интересную. Так, где она тут есть-то? Есть она вообще? Так, ну и что получается? Вот мы видим штрих-код на коробочке. Переходим сразу же по ссылочке и видим, что вот... Я думаю, видно всем, на паузу ставьте, получаете скидочку 7%. Ну а теперь зайдем в эстрадную акустику и вообще посмотрим, вот серия Griffon Pro какая идет. И сразу же, кстати, видно скидку. То есть эта версия Griffon Pro серия, вернее, она идет такая, более-менее бюджетная, среднячок, который, в принципе, нормальной громкости. И вот сразу же видим мы скидочки. Вот получается 200 SE, цена 3897. Это сейчас со скидкой, а вообще цена 4190. И вот Griffon Pro 200, это без SE, без подсветки. Сейчас сразу же покажу, что это в принципе такие же динамики. По характеристикам, вот кому надо, сразу же смотрите и запоминайте. И сразу же вот переход на вот эту вот штуку. То есть характеристики в точности все совпадают. Единственное, вот эта вот подсветочка, за нее придется как бы доплатить, ну что получается, 3700, 3800, ну 100 рублей. Я думаю, в принципе, как бы это стоит того. Разница особо. Вот, сейчас сразу же рекламу хочу сделать ПЭХу опять транспортной компании. Они что-то вообще такие хорошие стали. Цена вот за эти доставку динамиков с Москвы обошлась в Читу в районе 1200 рублей вот за вот эту маленькую коробочку. Это просто вообще неприемлемо стало. Раньше где-то рублей 700-800 выходило. Сейчас что-то вообще просто ужас. И вот, я думаю, видно сразу же по доставке его. Это все порвано, я не знаю, где они там летали, динамики. Это тут тоже подразорванный. Ну, короче, вообще нет слов. Ну, а что делать? Приходится же как-то доставлять. Может, кто-то нам пишет в комментариях, какой доставкой именно пользуется, какую советует. Потому что многим людям, думаю, будет полезно. Так, идет у нас в комплекте наклеечка Dell Audio. Здесь инструкция по подключению. Читать целиком не буду. Ставьте на паузу, смотрите, как бы здесь все написано. Ну и кто закажет, увидит. Так, что получается? Скидочка 20%. Сними обзор любой продукции Dell Audio. Также штрих-код. Либо еще акустики в подарок. Здесь гарантийный талон 24 месяца дня продажи.
подменный фонд, все дела, все это действует только через дилеров официальных, кто продает эти динамики. Так, начинаем вскрытие. Видим вот такие вот динамики. В принципе, как бы выглядят симпотно. Так, интересно, сразу что-то скажу. Грифон Про. А, ну нет, то надпись-то же она вот так типа идет. Значит, все правильно. А то я уже подумал, что что-то как-то это колпак как будто наоборот закреплен. А по факту вот так вот они стоят. Грифон Про. Вот этот вот лейб от компании Dell Audio, который будет светиться. Мы его сегодня подключим. Поглядим, как это все работает и светится. Так, что у нас? Диффузор бумажный. Как бы, в принципе, особо такого удивительного ничего нету. Ну, как колпачок сказал, пластиковый, в принципе, твердый. Двухволновой тканевый подвес. Сейчас замерим еще сам диффузор. Диффузор получается 15,5 сантиметров в диаметре. Здесь также, как у грифонов, идет вот эта вот резинка в черно-оранжевом цвете. Так, уж запыхался. Корзина. Обычная штамповка. Никакого антирезонансного покрытия, ничего нету. Шильдики DL Audio, которые, кстати, ее чуть-чуть усиливают в этом плане. Потому что если бы их не было, бы вообще бы было, походу, металл просто, ну, тонкий. Дальше что мы видим? Круто вот то, что есть подводяшки. Ой, подводяшки, прижимные терминалы. Здесь подводящие идут, они вшитые в шайбу. Видно, да, там? Сама шайба 1, 2, 3, 4, 5 волновая, и она как бы мягенькая, ну, чувствуется. Ну, это как бы такие эстрада, но эстрада, которая может играть на низах. По заявке вы все прекрасно там видели, что заявлено от 70 Гц игра. То есть это получается, можно сказать, и даже мидбасики такие эстрадные, которые могут еще забираться высоко. Так, здесь мы видим магнитную систему. Магнит в диаметре 11,5 сантиметров. Толщину имеет кольца 2 сантиметра. Но сама, как сказать, магнитная система не совсем такая прям уж толстая. Но 3 сантиметра. То есть фланцы не такие прям большие. Так, что еще тут интересно не сказал. Здесь в магните сделано специальное отверстие, как обычно, вот идут для охлаждения. Но по факту никакого охлаждения там нету, а просто выход проводов. Там вот внутри даже видно, не знаю, будет, не будет, но я вот вижу, вам говорю, что там уплотнительная такая штучка, чтобы провода эти не болтались и не отрывались, то есть это все как бы крепко, но этого охлаждения нету. Но и у Грифона Pro 200 обычной, у него тоже нету охлаждения в этом плане. И, в принципе, все нормально работает. Но по характеристикам все одинаково. Единственное, вот добавлена вот эта вот подсветка. Это как бы очень многим будет, может быть, интересен. Ну, пацанам молодым. Почему нет? Чтобы это все светилось, там вот такое все дело. А остальном, в принципе, это тот же Грифон Pro 200 в целом. Может быть, там что-то изменено внутри, но и то навряд ли, потому что, ну, характеристики все совпадают. По проклейке, в принципе, шайбы к диффузору тоже нормально. Ничего, никаких таких косяков не видно, ни клея, наплыва, ничего. Ну и все, сейчас что получается, мы их подключаем, покажем вам, как оно светится, красиво, некрасиво. А уже я их потом поставлю на разминку, уже следующий видос сделаю по прослушке. И у меня сейчас еще появился датчик. Замера громкости динамиков, возможно, их тоже померим, какая у них полка и так далее. То есть это как бы уже в следующем видео, не переключаемся. Еще, кстати, обзор выйдет на эти Neo, какие они там, я уже забыл-то, блин. Фу, вылетело из головы. Короче, ладно, не об этом. Так, и вот еще, кстати, кому, я не знаю, будет, если интересно, вот такой вот сабвуфер. И ранее активный SAP ценой, ну вот я не помню, ну чуть больше 10 тысяч, ну может 10-13, где-то так в пределах, это уже на официальном сайте можем посмотреть. В принципе, нормальное решение, еще и с портом для замены, в принципе, ну как сказать, чтобы стало лучше, чем играла штатка. То есть это маленький вес, легенький, не надо никакие усилители, ничего брать, в принципе, он играет. Ну, для штатной, например, акустики очень даже хорошо, вполне хватает баса. Так что, кому интересно, заснимем обзорчик вот на такой вот интересный активный сабвуфер компании Dell Audio Piranha.
А сейчас не переключаемся, мы их подсоединим и покажем вам, как они светятся. Ну и также ждем обзорчик на новинку от компании DL Audio на Neo моторе. Это Phoenix SQL Neo 165. На 200 уже есть обзор. 165 уже прям очень хорошо разомнулись. Их мы обязательно протестим. И с помощью датчика, как уже и говорил, послушаем на слух и с помощью датчика. Вот такая вот песня. Ну и все. Подготовили для установки. Сразу сейчас расскажу хорошие вещи. То есть вот проводки-то тоненькие, но пролуженные чуть-чуть. Снаружи соединили мы, как и там написано, от ремки. То есть это как бы так сейчас пока тяп-ляп, чтобы вам показать. И там вот написано в инструкции, вот то читал, там написано подсоединить к усилителю ГНД. ГНД подсоединять не обязательно, это любая масса. То есть ты можешь тупо на кузов куда-то бросить, потому что у вас в двери стоят эти динамики. Вы же не потянете супер длинный провод до усилителя, чтобы заработала подсветка. Вам всего лишь нужно будет протянуть провод от ремки, даже от магнитолы, не надо от усилителя, и найти ближайшую массу в двери. Но в самой-то двери, наверное, это нежелательно, потому что фиг его знает, там будет, не будет масса хорошая через эти проходить-то шарниры. А вот где-нибудь с кузова завести, но это вы сэкономите очень прям многое. Ну и все, подсоединяем. В инструкции, как написано, красный проводок. Я вот честно удивился, то есть как бы для меня, я вот такие динамики никогда вообще в жизни не видел, камера даже может это и не передаст, но смысл-то какой, он светится очень ярко, то есть сейчас день на улице, я думаю, видно, вот я сейчас вот отсоединил, вот он светится, то есть он прямо, ну, я не знаю, как подсветка на регуляторах, такая прям ярковастая. Теперь мы подключим другого цвета, синенький. Вот тоже такой неплохой цвет. Но ночью бы было бы это, конечно, прям очень супер, как видно. И еще есть у нас зелененький свет. Вот такой вот свет-цвет. Тоже очень яркий. Там вот еще можно по инструкции подсоединить немножечко по-другому. Где она, инструкция-то, чтобы не запутаться? Куда вот ее делись? А, вот она, вот, вот, вот она инструкция. Красный плюс зеленый будет желтый. То есть особо ничего сложного нету. Черный провод — это плюс ремка. Почему там и написано, что нежелательно подсоединять от основного плюса, потому что это будет гореть у вас постоянно. От ремки само то. Этот светодиод, он берет очень мало энергии, а ремка его вполне вывезет. Вот такой вот цвет. Это что получается, желтый, да? Ну, тут по факту, я думаю, ну не знаю, видно там, не видно. Ну-ка, о, стойка, вот так вот надо. О, сейчас вот половчее должно стать. Получается, он где-то светло такой зелененький цвет. Так, дальше мы соединяем зеленый-синий. Зеленый-синий, получается цвет голубой, вот такой вот. Ну, не знаю, в камере как это видно. Ну, вживую видно прям очень хорошо. И красный, синий, зеленый соединяем все три провода вместе. Должен получиться вот он, белый свет. А, кстати, можно, наверное, даже приколоться, сделать через какой-нибудь типа реле, чтобы по-разному все это соединялось. Но это кто захочет заморочиться. И вот я еще сказал, что, скорее всего, этот прикольный динамик покажется... Ну, кайфовым для молодежи, но даже я скажу, что и мне приколола эта тема. Так-то нифига, воткнул в двери там еще динамиков, я не знаю, 6 штук. И они там подсвечиваются у вас там красивенько так. То есть не надо ничего даже выдумывать, можно еще и по кругу. Ну, короче, наколхозить можно такое, что будет прямо... Двери открыли, все девчонки упали. Или что-то у них слетело сразу же. Так что все, в следующем видосе мы... их подключим, прослушаем, я говорю, возможно, и на датчики погоняем. Ну, как бы поглядим уже, если кому-то интересно, пишем в комментариях. А в основном, как бы, это мы их прослушаем, как они звучат. Просто тоже, как бы, интересно, какой звук. Это, в принципе, бюджетная линейка, среднячок такой от компании DL Audio. Но по заявкам очень громкий, и он
может играть снизов, то есть от 70 Гц по заявке, так что, в принципе, я думаю, их можно резать спокойно. А, не от 70, от 80, обманул я вас, от 80 до 13 кГц по заявке, то есть их можно спокойно от сотки порезать на магнитоле, даже, может быть, вторым порядком, и наслаждаться звуком. Так что все, всем счастливо и пока.